Tres exploraciones urbanas que terminaron mal. Capítulo 47. Hoy en el capítulo 47 de esta serie de aterradoras exploraciones, visitaremos una antigua casa alejada de la civilización, un cementerio en completa oscuridad y descubriremos una habitación secreta en una antigua casa abandonada. Hoy te traigo tres exploraciones urbanas que terminaron mal. Nueva tienda de merchandising disponible. Te dejo el link en la descripción para que puedas visitarla y ver todo su contenido. Número 1. La habitación secreta. La primera grabación pertenece al canal de Dark Ghost Paranormal. En esta exploración, Denise visitará una antigua casa alejada de la civilización en la que encontró una habitación secreta. Часто в деревне пропадали животные, позже уже начали пропадать и люди. В их доме по ночам слышались крики, стоны, как человеческие, так и крики животных. Nada más llegar al lugar, entró a investigar una de las casas donde el estado general era bastante malo. Сказали с низкой крыши, но как мне на фотку показали вот этот дом. Погода очень пасмурная. Захожу в дом. Сейчас экранчик. Да, тут полная разруха. О, блин. Собака, надеюсь, залаяла. Волки вроде не лают. Там кладовая. О, блин, еще. Это жесть. En otra de las casas encontró algo increíble. Atentos. Не знаю, то ли мне уже все показалось сейчас. Жужжание пчел, я не знаю, слышно было или нет. Сейчас. Непогодка. За нафиг. Что это за круг такой?
Главное, ничего не выпрыгнул оттуда. Бля. Что это такое сейчас было? Я не знаю, это какой-то вроде. А, это соты. Еще потому, что из-за морда такая. Улья. Этому свету не видит. Фу, блин, это что такое? Тут какой-то зверек дохлый, походу. Не, ну вот это... Это, конечно, жесть. Так, на фонарик как-то вытянуть. Сейчас подержу камеру. Да что сегодня такое? Меня пугает всякая фигня, блин. Нафиг, интересно, его туда повесили. Денис continuó con la exploración del lugar y escuchó algunos ruidos extraños. Там, походу, что-то обвалилось, либо... Не знаю, слышно вам было или нет, но за этой стенкой был звук. То ли мяуканье, то ли стон. Изначально был звук. Изначально звук был в доме. Блин, я не свечу. А, это, конечно, жесть. Сейчас. Кто ты? Это явно никакой не зверь. Кто ты?
Если ты меня слышишь, стукни один раз. Кто пробраться, интересно. Дверь закрыта. Если попробовать через чердак. Чтобы опять свет не упал вместе с камерой. Да, тут, конечно, фиг. Тут слишком много сена. Investigó el origen de los ruidos y encontró una pequeña apertura. Aquí la situación se volvió realmente peligrosa. Охереть. Ребят, это вам точно надо увидеть. Сейчас. Что такое? Это цепи понятно, а вот для чего они тут? Для собаки, я думаю. Но вряд ли это не похоже на собачью будку. Как будто здесь кого-то держали в плену или еще. Только зачем сверху цепи? Здесь запах? Запах то ли бензином. Вот это канистр. Что так я ничего не вижу.
Ну нафиг я сюда кручу. Вот это вы точно должны были слышать. То ли за стенкой этого сарая, то ли в этом углу. Свет, главное, чтобы свет не был здесь. Если что, этот... Так, все, надо вылезать из этого. Здесь реально нужен красный фильтр, вспышка и ЭГФ. Сейчас, друзья, один из света включу. Попрыгну. Пока сейчас так, если еще раз упадет, то его залеплю. Точно уже вариант. Пора сюда. Ну, это все. А, бля. Finalmente, Denise abandonó el lugar. Número 2. Fantasma en el cementerio. La segunda grabación pertenece al canal de Franco TV. En esta exploración, el protagonista investigará un cementerio donde captó un fantasma en cámara. Nada más llegar al cementerio, Franco empezó a explorar el lugar y escuchó algunos ruidos. Now getting closer to more of the abandoned area here.
might be scaring myself. Let me make it max settings here. Cool. That light is bright. Hello? That's it. And the gate's closed now. Holy crap, there might actually be more stuff in there. Wait. Listen. Whispering. What the hell is that? Here we go. Hello? Hello? Whispering in here. It doesn't seem to be much else, but holy crap, that actually freaked me out. I thought I was gonna see somebody in here, but it's empty. Look at this. Those are some black candles right there inside the bag. That's the other torn up torso. And if you look right here, these are the pictures. Either somebody wants something bad to happen to them, there's writing on it too. Look. Something bad to happen to the whole family. Look. Or good. I don't know. That's... You guys let me know. I'm not an expert, but... There's little kids in there, I think. And each... mannequin doll... has a picture of someone's face... strapped to the face of it. Now, the last time I came, oh, there it is right here. That's another one, and that's a bride. Holy shit. I heard someone. Up here. There's somebody up there.
I can hear the footsteps. Fuck. Hold on. That freaked me out. I don't even know where that came from. They sound like footsteps walking around through here. And then I heard voices. Or a voice. I'm gonna take a quick look. Saw something down there. There's someone down there. I saw a dark. Somebody's wearing all black over there. I think it was two people, because there's someone on the left and right. Franco se desplazó hasta otra área del cementerio. Allí tuvo este aterrador encuentro. Atentos. This is the witch's tomb right here. All around it are the weeping angels. And on the inside, there's that chicken that's just kind of right up at the top there. I did come here earlier during the day. The same candle is still over there. I could probably take a peek at it. That's the front door there. That is creepy. That's the basement area. Right in there. I just heard another gunshot over there. Franco no se percató en tiempo real, pero puede apreciarse una figura de pie. Parece tratarse de un hombre mirando hacia la tumba. Cuando enciende la luz, desaparece. Minutos antes de abandonar el lugar, sucedió esto. I'm gonna start heading towards the suicide area where people end their lives. I kind of want to look at this place. See if I could probably get some stock footage from it or something. What the hell is that? Hold on. I saw something small there.
wonder if I got the reflection of that from the doorway. Because from the road area, I'm actually parked right around here, and I'm looking this way. Okay, so from, I swear I saw a face right around here, or I seen something right here peeking out. See if I could probably get some stock footage from it or something. See if I could probably get some stock footage from it or something. What the hell is that? Finalmente, abandonó el cementerio. Número 3. El mal del subsuelo. Nuestra tercera y última grabación pertenece al canal de Tim Morozov. En esta exploración, investigará una antigua casa donde el mal torturaba a una familia. Уйди, откуда ты пришел? Твою мать, что это? Tim llegó a la casa y comenzó a investigar el lugar. Empezó por el ático, donde parece haber escuchado algún ruido. Надо мной. Там есть кто-нибудь? Сверху на чердаке есть кто? Тут есть кто-нибудь? Твою мать. Друзья, еще один явный знак присутствие паранормальной активности. Она явно подает знаки. Активность есть, но она у вас очень слабая. Я постараюсь усилить ее с помощью магнитного импульсного излучателя. Установлю где-нибудь в коридоре. Так, проверено Эми. Да, прибор работает. Излучение пошло. Tim utilizó un dispositivo para perturbar los campos magnéticos y sucedió esto.
был удар. С этой стены сейчас. Там есть кто-нибудь? Два стука. Возможно, ты не понял. Один стук – да, два стука – нет. Ты можешь ответить на мои вопросы? Ты можешь ответить на мои вопросы? Не понимаю. Почему он? Оно. Отвечает двумя стуками. Отрицательный ответ дает. Это не может быть стуки какие-то дома. Такого не бывает. Это именно стуки паранормальные, и в этом я уверен. Это ответ. Итак, друзья, сейчас я попробую поставить радио няни в ту комнату. Может быть... Так, он сможет выйти со мной на контакт. La situación se volvía cada vez más tensa. Se escuchaban voces, ruidos y lamentos por todos los rincones de la casa. Escucha atentamente. Какие-то помехи были. Сейчас. Я думаю, нужно проверить, что за помехи это были. Вы слышите? Шепот. Я явно слышу шепот. Неужели с этого шкафа? Фонарик даже не моргнул. Там есть кто-нибудь? Оттуда шепот идет. Как назло, батарейки закончились. Фу.
твою мать, что это? Кто тут? Я, кажется, понял. Оно сильно в темноте и боится света. Можно вырубить свечи. Твою мать. Друзья, это просто сейчас. Не передать словами. Как мне страшно. Такого раньше никогда не было. Уйди, откуда ты пришел? Уйди, откуда ты пришел? Уйди, откуда ты пришел? Уйди, откуда ты пришел?
уйди, откуда ты пришел? Так, друзья, я и просидел до рассвета, пока откуда не выглянуло солнце. Потом поспешно собрался и уехал домой. Пока я не буду делать выводов, так собираюсь снова посетить этот дом. Но сейчас все. Всем пока. Tim fue víctima de numerosos eventos paranormales en la casa. Finalmente, abandonó el lugar. Recuerda, jamás explores solo. Nos vemos en el próximo capítulo de Exploraciones Urbanas. No olvides dejar tu apoyo en forma de like y suscríbete si no lo estás.